Так, судя по коробке, я думаю, что это Лего Nexo Knight. Нет, вам холодно. Не угадал. Так, ну тогда это один из наборов Лего Сити. Нет, вам холодно. Вообще холодно. Че, меня не в ту сторону что несет? Так, хорошо, я понял. Это Лего Ниндзяго. Нет, вам, это не Ниндзяго. Холодно. Ниндзяго, вообще холодно. Вообще. Ну, я не знаю, тогда я сдаюсь. Точно, пап, не хочешь подумать? Нет, не хочу, я сдаюсь. Открываю глаза. Ух ты, это Лего Star Wars. Это же битва в Такодане, это крутой набор. Это тот набор как раз, который просили наши подписчики снять. Да, пап, он самый. Классно. Слушай, Камиль, а хочешь, я расскажу тебе очень интересную историю? Да, пап, очень хочу. Ну тогда слушай. Давным-давно... В далекой-далекой галактике. Что с вами, сэр? Что, Мавик, у меня спина чешется, почешите. Ой, хорошо. Повыше, повыше, повыше. Ой, правее, правее. Все. Спасибо, штурмовик. Я за что, сэр? Ну что там, есть информация, где находится дроид? Есть. Он находится в Какадании. Где? В Какадании. Может, в Такодане? Простите, сэр, ошибся. Так что мы еще здесь делаем? Простите, сэр, не было вашего приказа. Тогда я вам приказываю всем к Такоданию путь, к Такоданию! А? Да! Вау! Так вот она какая, Такодана. В жизни столько зелени не видел. Мне нужно срочно найти Масканату. У нее хранится меч Люка Скайуокера. Ну что, привет. Я ждала тебя. Ух ты, боже ты мой, бабушка, вы меня напугали. Я знаю, кто ты. И кто же я? Ты тот человек, который принес мне пиццу. Бабушка, какая пицца? Я пришел найти Масканату. Она должна мне кое-что передать. Масканату, говоришь? Ну тогда заходи. Вот это другое дело. А то пиццу какую-то заладили. Заходи и закрывай за собой дверь. Ага, сейчас, опа. И вообще, опа. Следуй за мной. Так вы мне скажете, где эта Масканата? Следуй за мной и поменьше болтай. В общем, слушай меня сюда, внимательно. Масканата – это я. Но прежде чем отдать тебе меч, я должна узнать, зачем он тебе. Мисс Масканата, меня к вам направил Хан Соло. Мое дело маленькое – забрать меч и уйти, а все остальные вопросы к нему. В общем, ладно, я отдам тебе меч. Но учти, сынок, этот меч непростой. Он обладает невероятной силой. Так что будь с ним осторожней. Ладно, бабуль, не томи, давай быстрее. Ой, молодежь. Держи. Ух ты, как хорошо вы его запрятали. Меч у меня, осталось теперь научиться им пользоваться. Ну-ка попробуем. Ух ты. Ух ты, класс. Ну что, предатель, привет. Ух, Кайл, как ты здесь оказался? Я смотрю, ты приобрел себе новую игрушку. Ну, да, так, бабуля подогнала. Ну что, может, поиграем вместе? Ну, я вообще-то как бы любитель один поиграть. Я даже не знаю. Ты не переживай, вместе веселее. Смотри.
Может, хватит? Я чувствую, как будто пора менять памперс. Кайл! А, что это? Кажется, это сопротивленцы. Ну что, Кайл, тебе конец. Уносим ноги! Ну вот, Каминчик, войска Первого Ордена потерпели поражение, а меч остался на светлой стороне. Папа, что с Кайлом? С Кайлом? Кайл сбежал. Папа, что дальше? А дальше, друзья, пишите нам в комментариях, как вы хотели бы увидеть конец этой истории. Ну и, конечно же, ставьте нам лайк. И подписывайтесь на канал Кикидо, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока! Пока! Умри, джедай, умри! Check it. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo. I'm a chaser. Face up. Now I feel a little major. Blink of an eye. Ego, I'm a taker. Shaker. Yeah, she was a born shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that?